Новые междугородние автобусы появятся в ближайшее время в Таджикистане. Кроме этого, впервые за годы независимости в республике приступили к реконструкции столичного автовокзала. За ходом работ наблюдала наш корреспондент Вера Исмаилова. Вместо рева моторов и гула двигателей – шум сварочных аппаратов и стук молотков. Здание автовокзала было построено еще в 70-х годах прошлого столетия. И с тех пор это первая его реконструкция. Умар Зайналов за баранкой почти четверть века. В советское время колесил на междугородних рейсах. Потом многие маршруты закрыли. Автобусы устарели, а дороги пришли в негодность. Поэтому Умар уехал на заработки в Россию. Узнав о том, что на родине теперь есть все условия, хорошие трассы и новые автобусы, вернулся. В будущем открыт международные рейсы как и в Россию, как в Афганистан, как и соседние государства. И мы хотим, чтобы внутри Таджикистана тоже раньше, которые маршруты были, те маршруты тоже обновить. А в самом здании автовокзала стройка идет ударными темпами. В две смены здесь работают 150 человек. Вся новая технология будет, новое оборудование, автобусы вот новые получили. Все новое будет. Да. Не узнавать автовокзал. Открытие обновленного автовокзала планируют на 21 марта следующего года, в день, когда в республике будут праздновать Навруз. Вера Исмаилова, Рустам Пулатов, новости Содружества, Таджикистан.